Пролетарская танго не танцует, а поют в Северске. Ко дню рождения комбината на сцене музыкального театра выступили гости из Санкт-Петербурга. Ретро-оркестр «Виа Пролетарская танго» исполнил для ветеранов и работников СКК шлягеры, под которые много лет танцевала вся страна. Для меня в этот день словно в мае сирень, помню, цвела. Оркестр Санкт-Петербурга под названием «Пролетарская танго» впервые дает концерт так далеко от своего дома, на сцене Северского музыкального театра. На концерте, посвященном 68-летию Сибирского химического комбината, молодые ребята играют советские шлягеры. Кто-то из нас играл джазовую музыку. Я лично всегда тяготел и к джазовой музыке, и к русской музыке. И вот именно в советской эстраде это все соединяется очень лаконично, красиво. И все мы это любим, все мы это знаем. Ты не печалься, ты не прощайся, а приходи меня встречать. Я эти песни пою, они прям вызывают во мне какие-то такие, знаете, чувства любви. Хочется любить сразу так. Не могу привыкнуть. Дмитрий Короневский не только солист, но и художественный руководитель коллектива. Он говорит, что популярность ретро-оркестра «Пролетарская танго» стал набирать после появления в интернете клипа на песню «Снег идет». Репертуар коллектива 12 музыкантов целиком основан на легких кавер-версиях песен, которые знакомы не одному поколению россиян благодаря старым фильмам. Часто простой кажется в сторону черные белым белое черное. Спасибо.